Аварии на водопроводных сетях на перекрестке Новоульческого шоссе и дороги в сторону северного поселка затруднило движение автотранспорта. Спецтехника вынуждена заняла одну полосу движения в сторону центра города. Водопроводные сети в районе перекрестка обеспечивают водой ближайшие дома, пока они остаются без воды. Чтобы определить течь и в целом масштаб аварии, специалистам водоканала пришлось снять большой слой дорожного полотна. Во вторник, это где-то в начале 6-го, текла вода, перекрыли. Вот сегодня мы устраняем. Сегодня мы должны устранить и все здесь спланировать, все пустить движение. Участок трубы, где образовалась пробоина, заменят. По словам Виктора Егорова, мастера водоканала, в среду работы будут завершены. Для устранения аварии есть все необходимое – и материалы, и техника, и людские ресурсы. Ирина Белякова, Кирилл Емельянов. Программа «События».